Поясніть мені ще таке питання. От є одна з пенітенціарна система, яка теоретично повинна людей ставити на якісь добрі напрямки, щоб вони ніколи не попадали в ці місця. Зараз, ну я конкретно розумію, що, мабуть, перебування в наших українських СІЗО і смертна кара – це, ну, в принципі, рівнозначні десь поняття, тому що умови настільки жахливі, що назвати їх людськими просто не повертається язик. Чому саме така ситуація у нас в Україні? Чому у нас в СІЗО гірші умови, ніж у тюрмі, коли людина отримала вже вирок і признала цей вирок там, на рівні умовно-касаційної інстанції? Чому так сталося? Мне кажется, что здесь решающую роль имеет проблема финансирования. Дальше, наверное, идет проблема тотального разворовывания полученных средств на обеспечение условий содержания людей в предварительного заключения и содержания под стражей. Ну и, естественно же, отношение непосредственно общества к тем, кто находится под стражей, кто содержится в СИЗО. Абсолютно люди брошены сами как бы на произвол судьбы. Мы знаем, что попадание человека в следственный изолятор – это большая проблема для родственников. Это обеспечение сразу же нужно делать и продуктами питания, и минимальными средствами медицинскими. Я подраховував, десь там 5-7 тисяч, тут рівно гривень, як мінімум, щоб людина там не померла з голоду чи від нестачі якихось там медикаментів, та якщо, не дай Бог, захворіла. Абсолютно правильно. Ну і це, розумієте, це традиція. К сожалению, це традиція. То есть человек, получающий предварительное заключение, то есть получающий меру пресечения в виде содержания по страже, по сути, списывается уже и органам досудебного расследования, и зачастую судьи, проводя по предварительному расследованию процессуальные мероприятия по продлению меры пресечения, зачастую не беспокоятся о судьбе человека, который находится под стражей. И мы видим, что чаще продлевают меру пресечения в виде содержания по страже, нежели ее меняют. Конечно же, речь идет о том, что да, человек может содержаться по страже, но он же должен в этом случае оставаться человеком, он не должен быть унижен. Все, что должно делать государство, это забирать у него свободу, либо временно, либо там по уже приговору суда на определенный срок. Но только свободу, а не достоинство человека. Мы, конечно же, условия содержания в СИЗО и во многих СИЗО просто кошмарные. Вот сейчас проверка будет Харьковского СИЗО, там просочилась информация о том, что людей пытали, издевались над ними. Это стандартная ситуация. Да, ну, к сожалению, это имеет украинских СИЗО. К сожалению, это имеет место. Я думаю, что здесь нужно конкретное отношение человеческое к тем узникам, которые там содержатся. А вот с вашей точки зрения, чи правильно будет идти так лібералізувати напрямки от щодо СІЗО, так і інше. Тобто дозволити, наприклад, елементарні там мультиварки, мобільні телефони. Воно, в принципі, і так там десь є, десь немає. Але просто на цьому спекулює дуже часто адміністрація місця тримання. І от з вашої точки зору, якщо не може забезпечити держава людських якихось умов, то, можливо, якимось чином треба законодавство зробити, щоб люди там самі собі могли робити ті умови, в яких вони хочуть жити. Ну, і ще, я так розумію, якщо там людину тримають, то це не місяць, то там ще по року сидять, по 5 років, по 7. Да. У нас кримінальні справи, ну, дуже багато таких є варіантів, коли починається спочатку, розглядаються там 2-3 роки, це, і людина просто сидить і все. Я вважаю, що все-таки у школь государства принял решение относительно ограничения свободы передвижения человека, значит, государство должно обеспечивать надлежащие условия его содержания в месте предварительного заключения. И поэтому, конечно же, разрешить пользоваться мобильными телефонами или пользоваться определенными бытовыми приборами можно, но каждый захочет свое принести. И учитывая то, что это все-таки определенная специфическая ситуация, в которой люди находятся, я думаю, что здесь нужно просто выполнить государству свои обязательства перед человеком.
организовать и обеспечить ему условия пребывания. Это на самом деле не так трудно. Просто деньги, которые выделяются, они, во-первых, очень маленькие, а во-вторых, они беспощадно воруются. А организовать порядок в Киевском СИЗО, в Николаевском СИЗО, в Артемовском СИЗО нет никаких проблем. Но вот эта вот тотальная коррупция и отношение к тем людям, которые содержатся, вот ненадлежащие, оно, конечно же, превалирует, и мы пока ничего не можем с этим сделать.